Главная новость сегодняшнего дня. Избранный 18 марта на пост президента России Владимир Путин принес присягу и вступил в должность главы государства. Для Владимира Путина это четвертая церемония инаугурации в его политической карьере. В торжественной церемонии официального вступления в должность избранного президента Российской Федерации Владимира Путина участвовал губернатор Ямала. В официальном поздравлении, которое Дмитрий Кобылкин направил к главе государства, руководитель Арктического региона отметил, цитирую. Вместе со всей страной, с миллионами россиян, ямальцы искренне поздравляют вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Огромное доверие нашего многонационального народа свидетельствует о поддержке вашего последовательного политического курса, реализации приоритетов внутренней и внешней политики, направленных на динамичное развитие России, благополучие каждого гражданина, укрепление ее непререкаемого авторитета на международной арене. Напомню, выборы президента России состоялись в марте. Владимир Путин набрал почти 77% голосов. Ямальцы ответственно подошли к выборам. 18 марта на избирательные участки пришли около 92% избирателей. По явке избирателей Ямал занял второе место среди всех субъектов страны.